воскресенье, но уже не резиденция губернатора, а ледовая арена «Трактор». Хоккейный сезон можно считать официально открытым. 3 дня, 4 команды. Прежде всего будут доказывать себе, кто достоин Кубка губернатора Челябинской области. Поэтому локация для программы «Красный блокнот» именно здесь. Сейчас наша съемочная группа следит за ходом матча «Трактор-Северсталь». Игра окончена, счет 2-1 в пользу «Трактора». И после матча Алексей Текслер направляется в раздевалку черно-белых. Алексей Леонидович, здравствуйте. Привет, Артур. Ну, сегодня у нас с вами такое немного необычное место встречи. Почему необычное? В воскресенье, хоккей, мне кажется, вполне естественно. Вот, кстати, как вам игра «Трактора»? Игра была непростой, как все предсезонные игры. Но самое главное – это победа. Результат – это венец в игре. Так что это здорово, что команда победила под нагрузками. Но, тем не менее, концовка показала, что ребята играют очень неплохо и могут терпеть. Так что это хорошо. Молодец. Я так понимаю, под нагрузками? Ребята. Предсезонный этап, да. Как бы по-другому не может быть. Как оцениваете вот сегодняшнюю игру? Концовка мне очень понравилась. Второй тайм были провалы, а концовка сильная. Мы 2 минуты не могли поменять вратаря соперники, а хотели. Вратарь там был на постоянном старте и не получалось. Ну, непростой матч, но нахватали немножко удалений, сегодня многовато, поэтому много сил потратили. Но придерживались то, что мы хотим играть, пока не получается, где-то, наверное, еще пас не идет. Чуть жесткости мне показалось, что не хватило. Нет? Мы более играющая команда. Нет, сегодня играли шайбой намного лучше и намного лучше принимали решения. Хороший матч, но немножко пока пас, наверное, еще не совсем получается до конца. Но хорошая игра. Я слышал, вчера разбирали игру с молодежью. Да, так, да, конечно. Эмоционально. Ну, не эмоционально, по делу. По делу? Да. Ну, ясно. Ну, ребят, молодцы. Поздравляю, завтра «Магнитка». Это, точнее, во вторник, решающая игра. Я думаю, будет полный стадион. Такая первая серьезная игра новой команды. Так что желаю всем удачи, успехов. Вы молодцы. Спасибо. 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 Наверное, вы уже догадались, судя по месту нашей встречи, что сегодня речь пойдет именно о спорте. И, в принципе, у людей есть запрос на то, чтобы в регионе его развивали. Ну и вы сам неоднократно уже говорили об этой надобности. Алексей Леонидович, ну непосредственно про хоккей в «Тракторе» произошли изменения. Это касается и руководства клуба, и состава команды. Какие задачи стоят сейчас перед черно-белыми? Может, «Трактору» чего-то еще не хватает? И есть ли вот в вашем красном блокноте записи по черно-белым? Мы действительно фактически перезагрузили команду, поменяли все руководство клуба. Более чем на 60% обновился состав. Фактически это новая команда. А задачи очень простые. И я считаю, что если мы таких задач себе ставить не будем, то зачем все это? Я считаю, что мы начали новый цикл этим сезоном. И в этом цикле мы должны завоевать кубок. А это значит, что в течение ближайших 3 лет задача сделать именно это. И первый год не исключение. Ну вот сейчас уже смотрите игру. В принципе, какие-то выводы уже можно делать или нет? Не, ну это тренировочный
турнир, предсезонный турнир. Команда наигрывает связи, команда играющая, при этом достаточно такая крепкая, можно сказать, да, сплав молодости и опыта. Безусловно, команда с характером. Мне кажется, будет очень интересный сезон, и мы точно должны выступить лучше, чем это было в прошлом сезоне. Ну, вот если говорить о вопросах глобальных, в прошлой программе мы с вами разговаривали о саммитах ШОС и БРИКС, и, в принципе, одно из мероприятий – спортивные игры, которые у нас пройдут. Вот здесь хотелось бы конкретики, каких-то подробностей, что это за соревнования, на каких площадках они будут, и хватит ли нам инфраструктуры, будем ли мы еще что-то достраивать? Да, речь идет о спортивных играх стран БРИКС. Это 5 стран. Игры будут в июле следующего года. Они продлятся 10 дней. Будет 6 видов спорта, по которым будут проводиться игры. Это баскетбол, это волейбол, это бокс, это настольный теннис, самбо и ушу. Наборка видов спорта включает интерес всех 5 стран, которые входят в БРИКС. Площадки будут в городе Челябинске. Одна из них, основная площадка, где мы сейчас находимся, это арена «Трактор». Будут и другие площадки. Мы планируем интересное шоу на открытие и на закрытие игр. К нам приедут и министры спорта этих стран. Мы проведем вместе мероприятие совместное с Министерством спорта Российской Федерации, где министры обсудят развитие спорта наших стран в том числе. В последние несколько лет Южный Урал проводит такие достаточно серьезные соревнования всероссийского, международного масштаба. В сентябре вот у нас 12 числа стартует гран-при среди юниоров по фигурному катанию. В октябре кубок губернатора по водному поло. И деньги у нас на проведение этих мероприятий, ну, тратятся большие. И вот не проще ли строить какие-то объекты в области, чем проводить такие помпезные мероприятия? Ну, во-первых, конечно, здесь нужен баланс. А мероприятия, которые мы проводим вместе с Министерством спорта Российской Федерации. По количеству средств, которые на это направляются, мы их, естественно, оптимизируем, привлекая спонсоров. Вы правы, основное направление – это развитие детского и массового спорта. В этой связи основные средства мы будем тратить именно на это. Что касается спорта высоких достижений, я имею в виду различных соревнований высокого уровня, чемпионат России и международных соревнований. Здесь очень простой подход. Мы будем это делать, по тем видам спорта, которые развиваем. Это важно для наших спортсменов, для юных спортсменов в первую очередь приходить и видеть спортсменов самого высокого уровня. Это их мотивирует. Так что мы обязательно будем проводить такого рода соревнования. Про гран-при по фигурному катанию среди юниоров вы уже сказали. Мы в этом году также планируем проведение Кубка мира по сноуборду. Это будет впервые на Южном Урале, в Магнитогорске. Традиционный будет гран-при по фристайлу. Мы также хотели бы в ближайшие годы провести чемпионат России по легкой атлетике. Мы сейчас ведем переговоры с Федерацией художественной гимнастики Российской Федерации о проведении здесь либо гран-при, либо чемпионата России и ряд других соревнований. Но основное направление – это, конечно, развитие детского и массового вида спорта. Здесь нам есть чем заниматься. Сегодня охват, вот по нашей статистике, жителей Челябинской области, которые занимаются спортом, около 38%, чуть больше 1 200 000 из 3,5 миллиона жителей. Это мало. Даже показатели по нацпроекту минимум 55%. Нам есть куда расти, куда стремиться. А если говорить про удовлетворенность спортивными, обеспеченность спортивными сооружениями, это на уровне около 50%. И этого точно недостаточно. Опять же, по нацпроекту это 60+ для регионов, которые серьезное внимание уделяют спорту. Поэтому одна из основных задач, вы правильно сказали, у меня, как у главы региона и у регионального правительства, это акцент
на спорт. Я имею в виду как спортивные сооружения, так и привлечение новых тренеров и, соответственно, вовлечение и молодежь, и жителей всех возрастов занятием спорта. Это крайне важно. Ну вот, кстати, сейчас очень модный вид спорта кёрлинг. И у нас есть ледовый дворец «Уральская молния», где на одном льду занимаются фигуристы, конькобежцы, шорт-трекисты, кёрлингисты. Арена переполнена, и места всем не хватает. К нам обратился Олег Пригоренко, тренер, который воспитал немало сурдлимпийцев, и они действительно пополняют копилку Челябинской области наградами. Со своими воспитанниками Олег Пригоренко общается на языке жестов. Он тренирует спортсменов с нарушениями слуха. Помимо областной сборной работает Олег с мужской сборной России. Южноуральцев тренирует в ледовом дворце «Уральская молния». Правда, трасса для кёрлинга неполноценная. Всего лишь несколько метров. Для такого вида спорта нужен особый лед. У нас разлиновано 4 дорожки под кёрлинг, где в настоящее время сейчас тренируются фигуристы. Есть также конькобежцы, которые также тренируются на этом льду. То есть нам всем приходится тесниться на одном льду, чтобы выбирать для себя какое-то время оптимальное для тренировок. Воспитанники Олега – бронзовые призеры сурдлимпийских игр, обладатели серебра Кубка России по кёрлингу. Но в Челябинске им приходится ютиться под сводами ледового дворца «Уральская молния», где на одном льду занимаются с фигуристами, конькобежцами, шорт-трекистами и другими спортсменами. Места для всех не хватает. Приходится сокращать тренировки, чтобы занятия прошли у всех. Это сказывается на уровне подготовки к соревнованиям. Игра обычно длится 2 часа, а если мы говорим о подготовке к чемпионату страны или Кубку России, то там игра длится 10 эндов, это порядка 2,5 часа. То есть, соответственно, страдает наша подготовка в связи с нехваткой льда. То есть банально не хватает выносливости и игрового опыта. По словам Олега, полноценные тренировки могли бы помочь спортсменам добиться больших высот. И у кёрлингиста все-таки появится личная территория для тренировок. Что касается кёрлинга, у нас есть план. Мы это обсуждали 19 июля с президентом нашей страны. Суть плана заключается в том, что мы хотели бы в Челябинске создать региональный центр по ледовым видам спорта. Мы его даже назвали уже «Ледовый кванториум». С одной стороны, туда бы вошли уже те объекты, по которым решение принято. Мы создаем олимпийский центр по хоккею с 2 тренировочными катками, с плавательным бассейном, с восстановительным центром, с общежитием. И здесь же, на этой площади, мы бы хотели поставить специальный крытый зал для кёрлинга, где бы одновременно могли бы заниматься 125 спортсменов. Это будет лучший центр здесь, в нашей стране. Мы также бы хотели сделать общеобразовательную школу, общежитие для того, чтобы спортсмены в таком интернатном формате могли приезжать со всего региона и заниматься здесь постоянно спортом, учиться одновременно. Речь идет о молодых спортсменах. Так что планы достаточно большие. Мы планировали недалеко от Челябинска сделать и специальный загородный центр, где спортсмены могли бы тренироваться тоже круглогодично, в том числе проводить летние сборы. В периметр, в орбиту такого центра мы бы включили уже строящиеся объекты. Я имею в виду крытый ледовый дворец по шорт-треку, который мы в этом году уже сдадим. И, естественно, наша гордость – это ледовый дворец «Уральская молния». Таких ледовых дворцов в стране всего 3. Мы бы и там разгрузили лед, и это даст возможность вовлечь еще больше спортсменов. Вы знаете, все, что касается ледовых видов спорта в нашем регионе, это очень популярное направление. Я имею в виду, естественно, и хоккей, я имею в виду и конькобежный спорт, я имею в виду и фигурное катание. Мы здесь найдем место и детям, которые хотят заниматься фигурным катанием. И, естественно, шорт-трек и кёрлинг. Вот такой центр мы хотели бы создать в течение 2021 года. Может быть, часть объектов будет в 2022 году, но основное количество объектов мы планируем сделать уже в 2021 году и, собственно, запустить
вот этот центр по ледовым видам спорта. Так что планы у нас большие. И вот спортсмены, которые у нас занимаются кёрлингом, тоже смогут полноценно заниматься своим любимым видом спорта. Когда мы с вами ездим по области, везде находятся дети, которые подходят с просьбами построить им арены, футбольные поля, фоки. И вы сам говорите о том, что в территориях спорт развивать очень необходимо, и потребность людей в этом есть. Но все-таки сколько нужно спортивных объектов, чтобы могли заниматься не только дети, но и взрослые? Я уже назвал цифры. Мы хотели бы увеличить занимающихся спортом в нашем регионе. Я ставлю задачу удвоить количество человек, которые этим занимаются. Старт мы уже дали. Мы сформировали программу из 51 спортивного объекта. Таких программ в области никогда не было. Это в несколько раз превышает все то, что обычно делается в течение там, последних лет. И объем средств существенно увеличится. Мы сделаем уже в ближайшее время 6 плавательных бассейнов, 8 крытых катков, 18 физкультурно-оздоровительных комплексов полноценных с универсальными залами, новые стадионы. Это я говорю только про большие крупные объекты. Дополнительно к этому задача фактически сделать ледовые открытые площадки в большинстве наших населенных пунктов, которые можно было бы зимой заливать для льда, а летом там заниматься другими видами спорта. Плюс воркаутные площадки. Вот для того, чтобы действительно мы смогли удвоить количество занимающихся спортом всех возрастов, это необходимо. У меня уже была встреча с вице-премьером. Мы с президентом это обсуждали. Я рассчитываю на то, что мы сможем получить необходимую помощь из федерального уровня. Количество этих объектов увеличится еще. Мне кажется, это очень важно. Это вопрос не только в здоровье наших жителей Челябинской области, но и, если мы говорим о детях, то это, конечно, возможность детей убрать с улицы в том негативном смысле, в каком многие родители это понимают, и чтобы дети занимались спортом, проявляли интерес, а интерес огромен, и мы видим, любая площадка, любая спортивная площадка при школе, кстати, мы этими планами тоже будем заниматься, и школьные стадионы пришкольные, и, соответственно, школьные залы тоже включатся в орбиту этой работы. И, соответственно, количество занимающихся существенно увеличится. Это будет хорошо и для здоровья, и для развития спорта, массового спорта. Мы будем растить новых чемпионов, но самое главное, мы будем отвлекать молодежь от негативного влияния улицы, и это позволит нам стать более современным обществом, обществом, нацеленным на развитие, потому что дальше это переходит в образование, дальше это переходит в возможность создавать новые рабочие места. Это такой большой комплексный подход, который позволит нашему региону двигаться вперед. В конце июля вы ездили в металлургический район и посещали бассейн «Строитель», в котором сами в юности занимались плаванием и водным поло. Там уже проходят международные соревнования, впереди будет реконструкция. Вот насколько реально нам создать кузницу пловцов в Челябинске? Удастся ли нам, что необходимо для этого? Действительно, я более 7 лет занимался плаванием вот в бассейне «Строитель». И отрадно, что бассейн сохранился. Более того, это один из лучших бассейнов у нас в регионе. Там есть возможность проводить международные соревнования, но не хватает тренировочной ванны для проведения серьезных международных соревнований. Принято решение, действительно, буквально с торца здания построить новую 25-метровую ванну, которая бы соответствовала всем международным стандартам. И это фактически будет не просто бассейн, это будет центр по водным видам спорта, и мы это обязательно сделаем. Ну, а если говорить в целом о спортсменах, Южный Урал взрастил 21 олимпийского чемпиона, из них 16 по зимним видам спорта и 5 по летним. Плавание, как вы понимаете, относится к летним видам спорта. И здесь нам есть чем заниматься. У нас есть
есть талантливые ребята. Я, кстати, в своей школе, которую заканчивал, 71-я школа, она спортивная школа, и у нас в классе мальчики в основном были пловцы, девочки в основном были волейболистки. Это все сохранилось. Кстати, вот известная наша волейболистка Катерина Гамова, она закончила ту же школу, что и я, только чуть-чуть позже. И вот сейчас этот же формат сохранился. Я встречался с ребятами, и там, собственно, есть и пловцы, есть и волейболисты. И, собственно, вот эта школа, которая еще начала работать при Советском Союзе, она работает до сих пор. Поэтому я рассчитываю на то, что мы сможем более серьезно уделять внимание плаванию. И, кстати, я уже об этом говорил. В наших районах это особенно чувствуется. У нас мало бассейнов. Мы, кстати, в этом году откроем бассейн в Варне, что важно. И, как я сказал, у нас еще 6 бассейнов впереди, в ближайшие годы. Это неплохо. И я бы хотел, чтобы все дети Южного Урала умели плавать. А чтобы это случилось, конечно, должны быть круглогодичные бассейны. И вот это тоже одна из задач, которая перед нами стоит. У нас есть дети на Южном Урале с огромными амбициями, которые хотят быть следующими Дзюбой, Кабаевой и другими, но на одном таланте ты далеко не уедешь. В 2017 году провели оптимизацию спортшколы. Возможно, места всем не хватит. Вот как можно решить эту проблему? Вы говорите о 2017 годе. Мне тоже об этом докладывали. Я, кстати, поручил провести проверку. Собственно, тот доклад, который был, он заключался в том, что оптимизировали управленческий персонал спортшкол. Ни тренеров, ни спортсменов не сокращали. Я это, безусловно, проверю. Надо сказать, что у нас в регионе больше 500 секций, более 130 разного рода спортивных организаций, которые в том числе занимаются и в первую очередь с детьми. Но этого действительно не хватает, я считаю. И, собственно, те планы по строительству и возведению новых объектов, они в том числе будут касаться и возникновения новых секций, новых спортивных школ, будут приходить новые тренера, мы будем вовлекать больше ребят заниматься спортом. Поэтому здесь работа еще не початы и края. Естественно, никакой оптимизации спортшкол, собственно, как и оптимизации медицины, больше не будет. И здесь мы, безусловно, наведем порядок. И напоследок, Алексей Леонидович, я снова пригласил гостя. Это 9-летний парниша с своей мамой. И, насмотревшись чемпионата мира по хоккею, он вот прям мечтает стать хоккеистом. Но, впрочем, сейчас он вам сам все расскажет. Здравствуйте. Здравствуйте, привет. Здравствуйте, Алексей Леонидович. Меня зовут Арсений Годунов. Мне 9 лет. Я очень хочу сильно играть за «Трактор», но говорят, что в 9 лет уже идти в большой спорт поздно. Что мне делать, куда мне записаться, готов пойти без мамы. Ты умеешь кататься на коньках-то? Ну, на роликах я умею, считаете, да. Это как на коньках. Ну, все-таки, у тебя есть коньки, ты катаешься на льду? Вот, когда начнется... Только сейчас ты только хочешь начать, правильно начать, я тебя понял? Да. Действительно, в школу «Трактор» хоккейную берут, насколько я знаю, до 8 лет. А уже в 9 лет надо соответствовать тем ребятишкам, которые в 9 лет играют. Но ты не расстраивайся, не отчаивайся. Мне кажется, если ты будешь действительно ставить перед собой такие цели, такие задачи, научишься кататься, научишься бороться, то ты сможешь это сделать. Вот мы буквально сейчас обсуждали планы по спорту в нашей области, и мы через 2 года планируем запустить Олимпийский хоккейный центр для детей. И если ты за эти 2 года натренируешься так, чтобы соответствовать, я думаю, что тебя возьмут. Ну а куда пойти? Я знаю, что у нас есть секции, возможности даже взрослым учиться кататься на коньках и заниматься спортом. А уж для детей самое важное, самое главное – это, конечно, твое желание. А такие возможности у нас и в городе Челябинске, и в других местах есть. Поэтому, если у тебя будут коньки, я думаю, ты совсем справишься. Спасибо.
Угу. Есть. Спасибо. Да. А чем ты еще занимаешься? Ну, да. Во втором классе я ничем не занимался, так сказать, прогуливал. Нет, ну школу ты прогуливал. Ну, школу-то я не прогуливал. Вот смотри, я тебе могу сказать, что, к примеру, я во втором классе одновременно занимался шахматами. Я даже участвовал в городских соревнованиях, у меня был разряд по шахматам. Уже пошел плаванием заниматься, ходил на секцию фехтования. Ну, как бы искал себя в разных видах спорта, да, но в конечном счете остановился на плавании. Но, тем не менее, так что ты не прогуливай. А что должно попасть в красный блокнот, решать вам. Звоните на горячую линию, пишите в Вайбере и WhatsApp, оставляйте комментарии, смотрите нашу следующую программу. Мы обязательно съездим и покажем, как меняются территории, не саботируют ли главы поручения прежде всего самих жителей. Увидимся в воскресенье в 21:30 на ОТВ.